Фигуру амурского тигра установили во Владивостоке на улице Светланской в центральном сквере. Такой необычный новогодний подарок городу сделала компания из Спасска Дальнего. Скульптура сделана из металла. Это полигональная скульптура. У нас проектировщики разрабатывают каждый проект индивидуально. Металл нарезается на лазерном оборудовании, сваивается и подготавливается для установки. Тигр покрыт специальным покрытием, он выдержит погоду и любые осадки, морозы, уже проверено. Данное предприятие уже не первый год устанавливает различные арт-объекты во Владивостоке, в том числе тигра у здания мэрии, волка у дома на Можайской. Также в 2022 году компания участвовала в реконструкции парка «Солнышко» на улице Русской, сквера с китенком в районе остановки «Универсам», скверов на Карбышева и Успенского. Этот тигр – подарок жителям города. Мы надеемся, что жителям и города он очень понравится и станет одной из любимых фотозон на Светланской. Место для установки тигра выбрала администрация Владивостока. Оно устроило авторов, так как находится в центре города и скульптура гармонично вписывается в сквер, а на позу тигра повлиял Константин Шестаков. Как отметил Владимир Иванов, глава Владивостока попросил, чтобы у тигра была поднята лапа и была отсылка к гербу города. Анастасия Полетаева, Анна Дьякова, новости на Восьмом.